Меры ужесточать нужно, только надо браться за причину коррупции. Больше сроки конфискации имущества, то есть более жестокие меры по отношению к таким вот людям. Ужесточать, чтобы такого больше не произошло. И сажать, и отстранять от деятельности тех, кто работает неправильно. Хоть бизнесменам, хоть чиновникам, хоть кем. Я думаю, что больше сроков нужно давать. Потом принудительная работа, конфискация имущества. Если все будут выполнять свою работу честно, то не нужно будет давать никому взятки, никого подкупать. Конфисковывать и сажать, чтобы неповадно было другим, да. Иначе будет бардак.